нашей улице перевернулся грузовик с пряниками. А точнее, серебряный саквояж с пряниками. С пряниками китайского и вот этого французского производства. Почему столько жизнерадостности? Потому что понравилась мне вот эта машинка с самого начала. А я ей не понравился, потому что не пристегнулся ремнем безопасности. Но ничего страшного, переживет. Те короткие 2 минуты, пока я с вами беседую. А едем мы, между прочим, в Citroёn C4. Помните, вот, между прочим, все увеличивающаяся громкость звукового сигнала говорит о том, что, Леха, пристегнись. Теряю драгоценные эфирные минуты и секунды, но пристегиваюсь. Хлоп, замолчала. Это умный автомобиль. Citroёn вообще все умные автомобили, начиная от C2 и заканчивая C6. Но едем мы на C4. Я когда-то уже говорил, что C4 это космомобиль, потому что все здесь космическое. Электронный вот этот вот циферблат, скорость 47 км в час. Между прочим, на улице 3 градуса всего. Извини, Максим. А передо мной та самая фантастическая бубука с неподвижной центральной консолью. А знаете, где пофака нажимается? Прямо внизу. Что еще? Ну, Citroёn это, разумеется, полный климат-контроль. И я считаю, что Citroёn это все-таки, наверное, лучший из французских автомобилей. А передо мной шкала тахометра. Больше, по крайней мере, ничего не надо. Что касается движка, движок 1.6, очень резвый, сказать, агрегат. А есть еще и 2-литровый, между прочим, на механке. Как он летает? Мама не горюй. Можно спокойно посоревноваться с Toyota Celica. Кто конкурент? Конкурент? Ну, пожалуй, это та же Toyota Celica, которая у нас, кстати, не продается. Это та же Toyota Corolla, но их тоже нету. А в серебряном саквояже очень много C4, вы только что их видели. А еще в серебряном саквояже есть замечательный Mercedes 600, знаете ли, V12. Так вот, это самый быстрый заднеприводный седан в городе. Без ложной скромности и преувеличений. Но мы на этих автомобилях еще покатаемся и покажем вам все преимущества этих замечательных машинок. А что дальше? А дальше нежный эссе от Максима Смирнова. Кстати, автомобиль стоит очень хорошую цифру. 555 тысяч рублей. Много это ли мало? Об этом даже говорить не хочется, потому что это купе, это на самом деле моя мечта. Как только Citroёn C4 в варианте купе появился, я его увидел по телевизору, я просто влюбился. Что касается управляемости этого автомобиля, ну это купе. Этим все сказано. Купе, кстати, самый стабильный, стабилизированный кузов. Но и ситроеновцы поколдовали над подвеской. Поэтому управление рулевое здесь очень острое. Не больше 4 от начала до конца оборотов руля. Ну и вообще, вот одним словом, вот эта вот архитектура вместе с управляемостью и с безопасностью, потому что 6 подушек это вам не баран чихнул. Все это говорит о том, что французы были, есть и, наверное, будут лидерами в автомобилестроении всегда. Кстати, вот экстерьер, да, он наполнен геометрией. И эта геометрия смотрится, здесь все так выверено. И даже, между прочим, вот в зеркало заднего вида, вот эта планка, кстати, заднее стекло разделено на 2 части, причем интересно сделано. Так вот, это абсолютно не мешает, в зеркало все видно, прекрасно, нормальный обзор, тем более есть еще 2 боковых, достаточно больших. Серебряный саквояж, субдилеры Citroёn, приходите и сами увидите все.